Здравствуйте, в эфире Акерская студия телерадиовещания. Выпуск новостей. С последними событиями жизни района вас ознакомят наши корреспонденты и я, Гульнас Ибрагимова. В сентябре через Хайбулинский район прошли участники экспедиции «Солилец» Бузулы-Кирикла в рамках проекта «Россия-10» в Оренбуржье. Мероприятие направлено на популяризацию уникальных географических, архитектурных и исторических объектов Оренбуржья, проходит при поддержке губернатора Оренбургской области Юрия Берга. Далее тем продолжит наш корреспондент. 15 участников экспедиции с 27 августа по 11 сентября на квадроциклах планируют преодолеть более 2000 километров по объектам участникам мультимедийного проекта конкурса «Россия-10», расположенного на территории Оренбургской области. В состав экспедиции входят члены клуба путешественников имени Федора Конюхова, участники международной экспедиции «Бросок на Каспий», «Озеро-развал», «Озеро Бускунчак» 2012. Представители Хайбулинского района встречали оренбуржцев на границе с Зилаирским районом. Они двигались с Екатеринского храма, который находится в Тюльганском районе. По пути они посетили Зианчуринский и Зилаирский районы республики. Мы стартовали 27 августа с озера Развал, известная как курортная зона. Она развивается. Наша цель, чтобы люди узнали, что есть места для отдыха и что надо активно отдыхать. Проезжаем, интересные объекты посещаем, чтобы их потом осветить, популяризировать. Мы увидели много интересного, много для нас неизвестного, очень красивые места, о которых люди, проживая даже рядом, просто не знают. Наша цель, чтобы все об этом узнали и научились отдыхать. Научились, потому что мы работаем. А особо ценное, ну, рядом с нами расположенное, не замечаем. Вот и наша цель. Маршрут у нас сначала озеро Развал, Илекские степи заповедные. Затем мы проезжали церковь Тугустемир, Екатерининская, заезжали в храмы. Ну и едем мы на Ириклинское водохранилище, там есть затопленная деревня. Ранее вот там тоже сейчас наводится порядок. Вот мы хотим посетить это место. Потом мы едем на Светлый, у нас есть в области город Светлый. В степи есть Верблюд-гора, тоже интересный природный памятник такой. Тоже. И потом обратный маршрут у нас. Очень красиво. И, в общем, у нас в экспедиции некоторые не были вообще в таких местах. Вот эти катаклизмы, которые когда-то, века назад, смещало землю, там все вот эти вот пласты вывернутые, большие скальные такие породы. И очень интересно. Лес интересно у вас растет. Очень интересно. Красиво. Воздух чистый. В селе Бурибай делегацию соседнего региона, куда входил и глава Солилецкого района Оренбургской области Юрий Вдовкин, встретил глава района Раиль Ибрагимов. Здесь состоялось возложение венков памятнику павшим в Великой Отечественной войне. Добрый день, уважаемые друзья. А то, что вы друзья, мы нисколько не сомневаемся, потому что вот так тепло и так вот душевно встречают только гостей. Мы преднамеренно, когда планировали нашу экспедицию, запланировали, что мы обязательно пройдем по нашим близлежащим районам, соседям Оренбургской области. Мы понимаем, что развивать туристический потенциал нашей Оренбургской области без Башкортостана нельзя, потому что вот то различие, природное различие, которое есть в Оренбургской области, и у вас, оно... Это две такие составные части, которые будут помогать и дополнять наши усилия для того, чтобы въездной туризм в нашей России, тем более в вашу республику, в нашу область, он должен постоянно нарастать. И вот та экспедиция, которую мы сегодня проводим, вот эти дни, она как раз направлена на это. Вот тот проект, о котором говорили, Россия выбирает 10 символов, новых символов, которые должны... Вот такие природные места интересные должны как раз оживить эту работу. Гости посетили музей ЗАО «Бурибаевский ГОК». Далее экспедиция направилась в Ириклинское водохранилище Новоорского района Оренбургской области. Гульнас Ибрагимов, Федорит Белалов, Айнур Ахметов, Ильнур Кымгужин, служба новостей.
5 сентября в Большом зале администрации района прошло вручение сертификатов молодым семьям района. Разделить радость отправилась и наша съемочная группа. Дом – милый дом. Наверное, каждые молодые люди, вступив в брак, мечтают о собственном жилье. Но порой не у каждой семьи хватает сил и средств на строительство индивидуального дома. И тут государство приходит на помощь, разрабатывая различные федеральные программы. По программе «Социальное развитие села» до 2013 года 7 молодых семей района смогут улучшить свои жилищные условия. Счастливыми обладателями более 500 000 рублей стали семьи Кунафиных, Кусяковых, Акбалиных, Крымгужных, Ибрагимовых, Худабаев и Кувандыковых. Конечно, очень много делается по строительству наших жилья. Многие люди строятся, особенно в Акбалине, в Булебаеве и в других тоже населенных пунктах. И также много отдельным семьям говорят, мы бесплатно выделяем земельные участки. Но, конечно, основном молодежь, средств не хватает, заработные платы могут быть некоторых низкие, маленькие. Из-за этого, конечно, некоторые, значит, с детьми сидят, в основном женщины, мужчины зарабатывают, конечно, это средств не хватает, поэтому многие не могут, значит, и строительство, значит, фундамент есть, или стены не могут поднимать, стены есть, значит, крыши не могут крыть, не хватает, как обычно, значит, вот поэтому такая программа, она существовала и продолжает существовать. Фания и Юлдаш Кунафины ждали этого момента 4 года. Семья уже поставила стены нового дома, завершит строительство, им как раз помогут деньги, подаренные государством. Молодая пара пока живет во Времянке, воспитывает двоих мальчиков. Фания работает в Акерском горном колледже, а Юлдаш подрабатывает на своем транспорте. В будущее они смотрят с большим оптимизмом. Ну, шапку дымды. Лайн Хазмурат, очень хатур рахматынды. Хальда Фанусырнара. Ардам иттілер. Шуарға аштарында ұштар. Қалық тілеве. Хочется надеяться, что в скором времени семьи, получившие сертификаты, будут исправлять новоселье. А мы желаем им сил, терпения в завершении строительства. Гульнас Ибрагимова, Ильнур Крымгужин, служба новостей. Сейчас у фермеров района горячая пора, на полях идет уборка урожая. В крестьянско-фермерском хозяйстве Шагаранова работа кипит с раннего утра и до захода солнца. За ходом уборки наблюдал и наша съемочная группа. В нашем районе по состоянию этой недели зерновые скошены на 48%, обмолочены на 45% посевной площади. Средняя урожайность по району составляет 8,4 центнеров с гектара. Фермерское хозяйство Шигаранова основано в 2006 году. В этом году они посеяли порядка 1000 гектаров. Из них 450 гектаров ячменя, 350 твердой пшеницы и 200 гектаров мягкой пшеницы. По программе обновления техники хозяйство приобрело трактор МТЗ-82 с агрегатором и зерноуборочный комбайн Полесси. А также планируют до Нового года приобрести два трактора Т-150 с сеялками. Главный секрет успеха, рассказывает глава КФХ Юрий Шигаранов, любить свою землю и ответственно относиться к делу, которым занимаешься. Пашня обязательно ответит трудолюбимому человеку взаимностью. Ну, в этом году уборка очень тяжело идет. Помешали обильные дожди. Вот. Подгона очень много. С поля прямо напрямую возим на мехток. Очищать у нас свой мехток, Петкус. Вот. Но мехток не успевает. Вот приходится сейчас делить, засыпать отдельно. И по окончанию уборки ячменя приступить к остальной половине неочищенного пропускать, иначе он может загореться. Земля у меня арендуется. Вот. В общем, собрали 100 паев, вот 100 пайщиков. В этом году, вот, судя по началу уборки, уже ясно, что на пай пайщики получат 5 центнеров зерна, не менее. Ну, естественно, солому выдаем. Ну, а так, к
как бы все уже отлажено, идет своим чередом. ГСМ есть, как бы запчасти берем. Ну, думаю, что уборку закончим успешно. В хозяйстве Шигаранова задействовано 15 человек, 4 комбайна, автомобили ЗИЛ и КАМАЗ, с помощью которых зерно с полей вывозят на ток. Ну, работает все нормально, в принципе, что. Кормами обеспечили, заготовили все. Деньги платят, как же, по мере возможности всегда получаем. Обеды возят, ужин возят, в поле обедаем. Комбайн вот новый пригнали. Ничего, тот пошел вроде, не знаю сейчас вот как погода. Вся надежда на нее. Уборка идет пока вроде, более-менее не ломаемся. Завершить работы хозяйство планирует в ближайшие дни. По словам руководителя, уборочная страда началась вовремя. Августовские дожди уборку немного приостановили, но, несмотря на это, сегодня работа идет полным ходом. Юрий Иванович пользуется очень большим уважением среди односельчан. Не остается в стороне в решении различных вопросов, касающихся благоустройства села. Так, совместно с местной администрацией Ивановского сельсовета сделали отсыпку дорог в селе Михайловка. Общей сложности они отсыпали около 800 метров. Отремонтировали мост через небольшую дамбу, которую в весеннем половодье смывало. Крестьянско-фермерское хозяйство Шигаранов – это крепкий, слаженный коллектив, сотрудники которого хорошо понимают, что только общий успех обеспечит благосостояние каждого из них. Гульнас Ибрагимов, Федорит Белалов, Айнур Ахмед, Ильнур Крумгужин, служба новостей. Книга – это важнейший источник духовной энергии человека. Она является формой передачи информации от одного человека к миллионам других. «Подари вторую жизнь книге» – под таким девизом в Центральной библиотечной системе прошла акция по взаимному дарению книг. Все мы знаем, насколько приятно читать хорошие книги. Наверняка многие из вас в информационный век не отказывают себе в этом удовольствии. Но книга, пусть и интересная, имеет печальное свойство заканчиваться, после чего ее участь в домах примерно одинакова. Она прочно занимает свое место на полке, и о ней забывают. И с этой целью по инициативе Женского совета района была организована эта акция. По итогам акции было собрано 2568 книг, и они предназначены для сельских клубов, где нет библиотек. Хочется поблагодарить всех тех участников, которые приняли участие, и поблагодарить их за то, что они не остались равнодушными и откликнулись на наш призыв. Книги, казалось бы, стали сейчас второстепенными источниками информации и знаний, повсеместно вытесняются электронными форматами текстов, аудиокнигами, интернет-ресурсами. Однако есть множество людей, для которых чтение книг по-прежнему отдельное особое удовольствие. Мажид Буранжи со своей супругой Милей Карамовной за свою жизнь прочитали немало книг. Он проработал 44 года и всегда учился. Учиться никогда не поздно, уверяет он. Всю жизнь книги собирали. Книги читаем. Шуга. Книги собрал и отвез, чтобы дети читали. Потому что это мудрость есть ведь. Зачем велосипед изобретать? Все знания в книгах накоплены. Люди прочитают, особенно молодые, мудрее станут, умнее станут. Опыт прошедшего поколения в себя они впитают. Вот с этих соображений книги отвез. Еще собираюсь отвезти. Книг много. По словам директора Центральной библиотечной системы, данная акция проводится не последний раз в нашем районе. Если у вас дома есть прочитанные книги, либо учебники, от которых общество будет получать духовную пищу, вы можете подарить им вторую жизнь, отдав их в библиотеку. Гульнас Ибрагимов, Федорит Белалов, Айнур Ахметов, Ильнур Кымгужин, служба новостей. Учитель в селе всегда на виду, и от того, какое место он занимает в жизни своих односельчан, какова его жизненная позиция, во многом зависит формирование личности его учеников и успех совместной работы с родителями. О каждом сельском учителе можно написать повесть, а сегодня речь пойдет о сильном учителе, обаятельном человеке Раисе Никитиной. Она нравится людям своей простотой, открытой душой, добротой и сердечностью, поэтому она уважаема односельчанами и пользуется авторитетом. С ней встретилась наша съемочная группа. Раиса Егоровна родилась в чувашской деревне Пугачёва в 1940 году. Ходила в Ивановскую школу, после окончания 10 класса вернулась в свою школу учительницей. Не имея никаких навыков и методики, конечно же, ей пришлось трудно. Через год Раиса поступает на заочное отделение Уфимского педагогического училища. Полученные знания старалась применять на практике, стремилась познать новое в работе. За короткий срок молодому педагогу удалось получить признание коллег. Девчонками пошли в РАНО. Просить работу. А в Пугачёв никто не едет. Чувашская деревня, глухая, забитая. До меня приезжали, наверное, двое даже вот молодые учительницы, ну, тоже без образования. Уезжали.
Ну, ладно, меня назначил он. Без образования я отработала один год. На следующее лето поступила в уфимское педучилище. И так и пошло с тех пор. Учеников было много. Школа маленькая, тесная. Ну, как изба. По типу избы. Прохода нет даже. У нас в деревне было... В Ивановку, наверное, ходили человек 50. Не больше, так и в Пугачеве столько же. Она талантливая, энергичная, способная. Ученики ее любили и относились к ней с глубокой уважительностью. Раиса Егоровна делилась опытами с коллегами. Педагоги приезжали к ней на открытые уроки. Была активисткой села. И так она проработала в школе без малого 38 лет. Ее многолетний и плодотворный труд по воспитанию и обучению детей отмечен почетными грамотами, является отличником народного образования. Раиса Егоровна воспитала троих дочерей. Старшая Неля заведует медпунктом села около города Гай больше 20 лет. Галина и Елизавета стали педагогами, как и мама. Внучка Настя также выбрала профессию бабушки. Ну, всегда я рада и горжусь, что я была учительницей своей мечты. Вот как вспомню, что все прошло. Тут и радость, и печаль, все вместе. У меня педагогический стаж работы 38 лет, что мой папа, дочки, внучка, если сложить, то уже более 100 лет, рассказывает она. Как я любила школу и учителей. Всегда радуюсь и горжусь, что я была учительницей своей мечты. Делится с нами ветеран. Настоящая сельская школа – это сокровищница образования и возрождения культурных традиций села. Ее неиссякаемой энергии, оптимизму и жизнелюбию могут позавидовать люди гораздо более молодые. Александра Шумгулова, Айнур Ахметов, служба новостей. На этом наш выпуск новостей заканчивается. Я с вами прощаюсь. Приятного вам вечера. До свидания.